You. Я рад всех видеть. My grandson is ill tonight. Мой внук приболел чуть-чуть. It's either culture, maybe a little culture shock. Может, это культурный шок у него? Because he's not been the only place he's been is to Israel. Единственное место, в котором он был до этого, это Израиль. And the United States. И Штаты, естественно. So it's just different countries are different, and if you're not accustomed to traveling, sometimes it even causes fever. В разных странах по-разному. Если не привык путешествовать, иногда говорят, что это может быть простуда. Иногда бывает расстройство желудка. Если особенно не пить много воды. Ну и может у него что-то с желудком. Не справился желудок с едой. He was laying out when I left. He was sick. В общем, он лежит дома, когда я уходил. Anyway, we prayed for him. I called the prayer intercessors at home, and they're praying for him. И мы молимся за него. Я попросил дома, чтобы за него тоже молились. I believe he's going to be up and around by tomorrow afternoon. Я верю, что к завтрашнему дню уже все будет хорошо. He's a good young man. Он хороший молодой человек. The anointing of God is on him. И помазание Божье на нем. And I want to carry him with me, take him with me as much as I possibly can. И я его беру с собой, как только у меня получается. This brother it's a black jacket with a green t-shirt. You're sitting almost next to the back row. Вы в зеленой футболке. In the black jacket. Боря, right there. Рядом Would you с тобой. Up? Можете yes, встать, please. Пожалуйста. When I saw you earlier, когда я до этого вас увидел, I heard the word transport. Transport, truck. Я услышал слово транспорт или грузовик. Like an airplane or ship. Самолет, something, корабль. Something that carries things. То, что перевозит. And the Lord spoke to my heart and said that you are in, like a Barnabas, you're an encourager of other people. И Господь проговорил и сказал, что ты как Варнава, тот, кто ободряет людей. And that you're always carrying good gifts around. И у тебя всегда есть какой-то подарок для людей вокруг. Always a word of encouragement. Есть всегда слово ободрения. A word of hope. Слово надежды. But you have that ministry in your heart. И у тебя это служение в сердце. And he says you got a big load of presents to give to people. И Бог говорит, что у тебя целый багаж подарков, которые ты можешь раздавать людям. And so you are like a prophet in a sense. И ты в какой-то степени пророк. In that you can discern which people need help. Ты можешь различать, каким людям нужна помощь. Which one needs encouragement. Кому нужно ободрение. And you can go to them, and when you say something, it changes in their lives. И ты можешь пойти к людям, сказать им что-то, и это изменит их жизнь. The circumstances don't change, but their attitude changes. Обстоятельства могут не меняться, но отношение их будет меняться. Because there's an impartation in the words that you give to people. Потому что у тебя есть определенное послание в твоих словах, которые ты будешь доносить людям. But not only that, you have a desire to see people healed. Но у тебя также есть желание видеть людей исцеленными. And in the coming days, you're going to lay hands on the sick. И в грядущие дни ты будешь возлагать руки на больных. И придет большее дерзновение. Люди будут приходить к тебе, ты будешь за них молиться благословением, и они будут получать исцеление. Будешь возлагать руки на больных, и они исцелятся. Аминь. Bless him, Lord, in the name of Jesus. Боже, благослови его во имя Иисуса. Let this word be encouragement to him. Пусть это будет ободрение для него. And lift him up out of the concern that he has right now. И подними его и поставь его выше того сомнения, которое он сейчас имеет. And bring a job, bring an employment that is better than he's ever had before. И дай ему ту работу, которая лучше любой другой, которую он имел. Open a special door for him. Открой для него особую дверь. To have more income and more blessing. Чтобы было больше дохода и больше благословения. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. 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 You know, yeah. Wow. Someone here, you're hurting in the very bottom part of your spine, the very
bottom of your spine. У кого-то вот боль в пояснице. And yes, more than two. Yeah, stand up. Stand up. Встаньте, пожалуйста. Yeah, go ahead. Stand, those who right in the very bottom of your spine. Самый wow. Низ поясницы. I felt like the Lord gave me a word about that, and I didn't know there would be so many. И Бог дал мне слово, но я не знал, что так много людей будет. Hey, those lay hands on him and lay hands on this. Возложите на них руки. Y'all like turn around, lay hands on them, and we're gonna pray right now in the name of Jesus. Мы помолимся сейчас. Father. Отец, we thank you for sending Jesus. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Иисуса. You said that you would send your word and heal us. Ты послал, дал нам свое слово, которое исцеляет. And we believe that you have done that. И мы верим, что Ты это уже сделал. And by the stripes of Yeshua, we are healed. Потому что ранами Иешуа мы исцелены. That the same spirit that raised Jesus from the dead. И тот же дух, который воскресил Иешуа из мертвых. Dwells in these physical bodies right now. Пребывает сейчас в этом физическом теле. And makes these bodies alive. И сделает эти тела живыми. By the resurrection power of Jesus. Силой воскресения Иисуса. We speak to this lower back issue. Мы провозглашаем и говорим вот этой проблеме в спине. And we tell you to leave right now. Мы говорим тебе уйди прямо сейчас. And don't come back. И не возвращайся. We resist the spirit of infirmity. Мы запрещаем духу. And declare that you're And declare that you have been defeated. И провозглашаем то, что ты поражен. And you have victory in your bodies now. У вас победа в ваших телах. Amen. Everyone agree? Вы согласны? All right. Move it around. Подвигайтесь. Move it around. See what's happening. Подвигайтесь, посмотрите как. If it's better, is it better? It's not better. That's okay. Just stay up. If it's not better, stay up. Если не полегчало, останьтесь. Ну, стойте. Yeah, if it's not better, we're going to pray again. Если лучше не стало, мы еще помолимся. Hold on to it. Просто держитесь за это. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. That you said that we would lay hands on the sick. Ты сказал, что мы будем возлагать руки на больных. И они исцелятся. Мы стоим на Твоем Слове, Отец. Ни один человек не имеет силу. Но Ты имеешь силу, Господь. И мы провозглашаем это во имя Иешуа. Это Твое Слово, не наше Слово. Fall upon these who are standing. Сойди на тех, кто сейчас стоит. And give a special touch to them. И прикоснись к ним особо. Right now, in the name of Jesus. Сейчас во имя Иисуса. We declare your word. Мы провозглашаем твое слово. Not our word. Не наше слово, твое слово. And we give you thanks in the name of Jesus. И мы отдаем это тебе во имя Иисуса. Now then, do something that you couldn't do. Сделайте, постарайтесь сделать то, что вы раньше не получалось у вас сделать. Сделайте то, что вам причиняло боль до этого. Подвигайтесь как-то. Подвигайтесь. Если даже сейчас не произошло исцеление, все равно Слово говорит, что мы будем возлагать руки на больных, и они исцелятся. In my faith, recovery has started. И я верю, что исцеление началось. Аминь. 3 года назад я был в Николаеве, в церкви Нового Завета. У меня левая нога очень болела, еле ходил. Где-то около года я болела нога. И они сказали, что ничего, кроме операции, не помогло. И доктора сказали, что ничем помочь не могут. И я отказался принимать болезненные лекарства, потому что не хотел. Я был в церкви Николаева. И Бог исцелил мою ногу. Это было бедро и колено. Я стоял там, просто поклонялся Богу. Я даже не просил его об этом. Просто оно произошло. Но оно как-то
жужжать начало, что ли. But it didn't look like, you couldn't see it. It was on the inside. Это было изнутри. And I didn't know what it was at first. Я не знал сначала, что это. And then I realized that I'd been healed. И потом я понял, что я исцелился. But it wasn't my knee that was healed. Но мое колено не исцелилось. It was my hip. Только бедро. And so after about 3 or 4 weeks, I said to the Lord, "Why did you heal my hip and not my knee?" И спустя 3 недели я спросил у Бога, почему ты только бедро исцелил, а колено не исцелил? And He said, "I did heal both of them." А Бог сказал, я вообще-то и то исцелил. I healed them on the cross. И я исцелил их еще на кресте. I said, "Well, that's good. I'd like to feel it in my knee." Я сказал, ну хорошо, я согласен, но хотелось бы почувствовать в колене. What I understood was this was like a miracle, an instant thing. И я понял, что это чудо, но которое было как бы вперед. And this was a recovery. На будущее. Like you recover from flu, you recover from sickness. То есть бедро было чудо, а колено, оно было как долгий процесс исцеления, как вот после болезни. And within about 6 weeks. И через 6 недель. Колено исцелилось. Not immediately, but about 6 weeks later, не сразу, но через 6 недель оно исцелилось. So I can tell you, I know it works. I know the word. И я вам могу сказать, что я знаю, что это действует. Is truth. И его слово это истина. Wow. There's someone here that's desired. The man on the very back, sitting on the left, in the blue, is that blue? Blue stripe. Встань, пожалуйста, вот, в полосатой кофте. Можешь встать, пожалуйста? Да. Have I spoken over you this week? На этой неделе я тебе говорил слово? Или на прошлой? I don't think so. Не думаю. You have a gift inside of you. У тебя дар внутри. That has to do with teaching. Связанный с учительством. Not just teaching the word of God. Не только преподавание Божьего слова или. You would be a teacher wherever you go. Но ты будешь учителем там где ты будешь. It's been something you have desired to do. Это то, что ты желаешь. But it's just like you haven't had the opportunity to move into it. Но просто у тебя может быть еще не было возможности. Maybe you're even concerned about the training. Может быть, ты думаешь также о каком-то тренинге. Year, но в грядущий год я тебе говорю, что Бог позаботится об этом. И Он тебе даст мысли, которыми ты, благодаря которым ты будешь учить других людей. Но ты особенно одарен в теле Мессии. И Бог тебе будет давать слово через откровение. And you're to test that revelation with other people. И ты будешь проверять это откровение с другими людьми. And I'm not talking about standing before people and teaching 100 people or 500 people. Я не говорю о том, что ты будешь учить там 100 человек, 500 человек. Maybe so one of these days. I don't know. Maybe one of these days, but not right now. Ну, может, не сейчас, может быть, не сейчас, но в какой-то из дней. But when the word begins to burn in your heart, но когда слово будет гореть в твоем сердце, ты будешь делиться этим с одним, двумя, тремя людьми, потому что ты не будешь способен удержать это в себе. Но то, что Бог тебе будет показывать, ты будешь делиться с лидерами, которые есть в теле. Будет время обучение, когда ты будешь обучаться, но будет время, когда ты будешь высвобождать Божье Слово и будешь благословлять этим. Отец, благослови этого человека во имя Иисуса и дай ему, пусть его вера в его сердце, она поднимется. Я раньше его не видел, но я знаю, что ты делаешь с его жизнью. Но я знаю, что ты заботишься о его жизни. And that you're drawing him closer to you. И ты притягиваешь его ближе к себе. Ты сейчас не там, где ты хочешь быть в отношениях с Богом. But he's going to draw you into that place. Но Он тебя поведет в то место. He's put a hook in your heart. Он даст, как бы крюк вставит в твое сердце. And he's not gonna let go. И не оставит тебя, и не Lord, не отпустит тебя. In Jesus' name. Благослови
Божьего во имя Иисуса. Аминь. Несколько лет назад та церковь, где я был пастором, проходила тяжелое время. Я там был пастором 35 лет. And I think I told you last week I went through a serious illness. И кажется, я вам на прошлой неделе рассказывал, у меня было несколько болезней, которые я прошел. And during that time, one of the leaders in the church tried to take the church away. И в тот момент один из лидеров церкви, он пытался увести церковь. In fact, he did a pretty good job of it. He was pretty successful. И он не был успешен в этом. And so I had been pastoring the church for 30 years at that time. И я уже 30 лет был пастором. And we had been growing and it was successful. И мы росли, и был успех. So I didn't understand what was happening. И я не понимал, что происходит. I thought maybe God was correcting me about something. И я думал, может, Бог меня исправляет в каких-то отношениях. And I first looked at it as God doing something bad to me. И сначала я это воспринял, как будто бы Бог что-то злое делает по отношению ко мне. Out of that relationship or out of that situation, I begin to learn that God is good. Но из этой ситуации я все-таки понял, что Бог, Он добрый. I think I had always believed that He was good. Я думаю, что я всегда верил, что Он добрый. But I just thought He was good some of the time. Но я иногда думал, что Он добрый в некоторые моменты. And I found out that good, that God is good all the time. Но в тот момент я понял, что Бог добр всегда. And a lot of the bad things that we think are bad that happens to us is not God, but it is simply sowing and reaping. Но те вещи, может быть, которые плохие случаются в наших жизнях, это не из-за того, что Бог плохой, а из-за того, что просто есть закон сеяния и жатвы. For many years the church has been overbalanced with God being mean and disciplining us and everything bad we thought was God. И все, что происходило в церкви долгие годы, мы думали, что всякие нехорошие вещи, сложности, мы думали, что это Бог, и Он как бы злится на нас. But I'm telling you, when things come along that's bad, it just happens. We're in the world. We're born here. We live in a fallen world. Но мы знаем, что мы живем в падшем мире. And it has to do with how we respond to what's happening. И вопрос в том, как мы отвечаем и реагируем на то, что происходит. See, some things that happened to me that I used to say was bad, I now say is good. Те вещи, которые я думал, что они плохие, на самом деле они хорошие. Because the result has been good. Потому что результат был хороший. And some things that I thought was good, I look back on it now and I think that wasn't too good. И те вещи, которые я воспринимал как хорошие, спустя уже время, когда я смотрю на них, я понимаю, что это не совсем были хорошие вещи. But I can tell you what the Word of God says. И я могу сказать то, что говорит Слово Божие. That the Lord is good and His mercy endures forever. И Бог добр и милость Его вовек. And I think we ought to quit blaming God for bad things. И я думаю, нам нужно перестать обвинять Бога в плохих вещах. And understand that it's either the devil or it's been our decision. И нужно понять, что это либо дьявол, либо наше решение. I'm telling you that one of the best things that happened in my life. Самое лучшее, что произошло в моей жизни. Was that time in the year 2000. Это вот то как раз время в 2000 году. Because God took me to the place to where I began to learn to bless people. И Бог меня как бы поместил в то место, где я начал учиться благословлять людей. And that was one of the greatest things that's ever happened to me. И это было одной из самых великих вещей, которые происходили со мной. I was one of these people who wanted to blame other people. И я был один из тех, кто хотел обвинять людей. If something went wrong, it had to be someone else's fault. Если что-то происходило, то это чья-то вина. Я так думал. And so I would look around, who do I blame? И я искал, кого же обвинить? Why did this happen? Почему так произошло? It had to be someone else's fault. Должно быть, кто-то сделал ошибку, не я. Hey. You're interrupting. Ребе, вы мешаете. Looks like pastor back there. Похоже на пастыря нашего, да, точно. Oh my. Where was I? Yeah, but I found out that what it is my response to the issue. Но я понял, что вопрос в моей реакции на обстоятельства, на вопросы. What God spoke to my heart was from 1 Peter. И Бог проговорил в мое сердце из первого послания Петра.
And this was a little hard to understand. И это немного сложно понять. But it says in verse 20 of chapter 2. Вторая глава, 20 стих. Go ahead and read it. 20, 21 to 23. «Ибо что за похвала, если терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». This reminded me of something that Jesus said. Это напомнило мне то, что сказал Иисус. If I suffer, are you any better than I am? Если я пострадал, чем лучше вы? No, we all are going through situations. И мы все проходим через разные ситуации. Some of it happens to make us die to ourselves. И некоторые ситуации для того, чтобы мы умерли для себя. But it says right here that everyone is called to it. И здесь написано, что каждый к этому призван. There's going to be some things that happened that you don't understand. Иногда происходят вещи, которые мы не понимаем. And what we have to say is, it's okay, it's part of living. И нам нужно просто отнестись к этому так: хорошо, это часть нашей жизни. Because this is what it says, we're called to this. Потому что здесь сказано, что мы к этому призваны. Verse 21 says that. В 21 стихе. You know, we have calls to preach and calls to the missionaries. У нас есть призвание проповедовать, миссионерству. Calls to pray for the sick and молиться за больных. But we also have a call to walk as Jesus walked. Но у нас также есть призвание ходить так, как ходил Иисус. And the path is not always easy. И эта дорога не всегда легкая. But we don't need to blame God. Но нам не нужно обвинять Бога. See, one time I came home. Однажды я пришел домой. And one corner of our bed was broken. И часть кровати была сломана. And I couldn't understand it. That morning the bed was healthy. Я не мог понять, потому что с утра кровать была здоровая. And you couldn't sit on the bed without it just going over like that. Не, он мне сказал здоровая. И нельзя было, ну, уже сесть на край, потому что она падала. And I called my wife and I said, "Come here." И я позвал жену и говорю: "Иди сюда. Look at this. Посмотри. The bed is broken. Кровать сломана. Who did it? Кто это сделал?" Who did it? Кто это сделал? I wanted to blame someone. Я хотел кого-то обвинить. She said your grandchildren were here. И она сказала, твои внуки здесь были. And I came in and they were bouncing on the bed. И я зашла, и они скачут на кровати. Like a trampoline. Like a trampoline. Yeah. Как на батуте. So what? Why didn't you stop them? Я говорю, что? Почему ты их не остановила? Well, they were having fun. Ну, они веселились. So what? Ну и что? She said, "Honey, you're gonna have to learn something." И она мне сказала, дорогой, тебе кое-что нужно, кое-чему научиться. It's not who did something. Вопрос не в том, кто это сделал. That's the wrong question. Это неправильный вопрос. It is what do we do about it? Вопрос нужно задавать так: что с этим теперь делать? I said, "Well, we fix the bed. We repair the bed." И я сказал, ну, починим кровать. Isn't that cool? Классно, that да? That is really. And I learned something. Я научился. So whenever the church broke, когда, you know, I mean, when it, I don't mean literally broke, but when we had the difficulty. Когда в церкви есть какие-то сложности или были у нас? Then I didn't say who did it. Я уже не говорил, кто это сделал. I said, what do we do about it? Я уже спрашивал, что нам с этим делать. And we begin to move with action. И мы начали совершать какие-то действия. Look in the next chapter. В следующей главе. And look at verse 8 and 9. 8-9 стих. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Did you notice that last verse? Заметили, что говорится в последнем стихе? We like Jesus. He didn't revile when someone did something to him. И как мы призваны быть как Иисус? Он не начинал устраивать какие-то скандалы, когда там кто-то что-то делал не так. What did Yeshua do? Что Иешуа делал? What did the scripture say? Что Писание нам говорит? What does that say? Что здесь сказано? He blessed them. Он благословлял.
You know why? Because that's God's nature. Знаете почему? Потому что это природа Бога. And he wants to pass it on to us. И он хочет это вложить нам. That when something bad happens, don't blame someone. Когда что-то происходит плохое, не обвиняйте кого-то. Say, now what can we do about it? Лучше задавайтесь вопросом, что теперь с этим делать? And bless people. И благословляйте людей. Because God is the one who blesses. Потому что Бог, он благословляет. But he blesses through us. Но он благословляет через нас. Oh, I know he can bless. Without people. Я знаю, что он может благословлять и без людей. But 99% of the people time it's people blessing us, and that's God blessing us through people. Но в 99 случаях Бог благословляет нас через людей и людей через нас. You know, a fellow came up to me about a month ago, and a man had given him $500. И один парень ко мне подошел несколько месяцев назад, и человек ему дал $500. He just walked up to him and handed him. Просто подошел и дал ему $500. God spoke to my heart and told me to do it. И я подошел и дал, и потому что Бог проговорил. So he was going around telling everyone, look what this guy gave me. Но тот человек ходил и говорил, посмотрите, что он мне дал. Was he doing that? He was saying, "Look what God gave me." Он так на самом делал ли он так? Нет, он говорил: "Посмотрите, что Бог мне дал." Look what God gave me. Посмотрите, что Бог мне дал. I asked him. I said, "What happened? Did it just materialize?" И я спросил: "А как это произошло? С неба упало?" No. Не. Someone gave it to you. Кто-то ж тебе это дал. But God spoke to that person to do it. Но Бог проговорил тому человеку дать тебе деньги. God has made us in such a way. That we're to bless other people. Бог создал нас такими, чтобы благословлять других людей. I didn't know what to do when God showed me this. I didn't know what to do. Я не знал, что с этим делать, когда Бог мне это показал. And my wife and I prayed, we fasted one day and prayed. И мы с женой как-то молились и постились. We had a home that was paid for. A home, a house where we lived that was paid for in full. We didn't owe anything on our house. Ну, то есть у нас как бы в доме, ну, как это? Huh? Is that strange here? Sometimes you выплатили? Yeah. You buy a house and you make payments on it. Well, we didn't make payments on it. Уже выплатили полностью дом, то есть, который был в кредит. Yeah, we totally owned it. То есть он был уже наш. You know? And so my wife and I prayed and said, what do we do for this person? И мы молились с женой и спрашивали, что делать с этим с одним человеком? Как благословить? И Бог проговорил в наше сердце и сказал, подарите ему ваш дом, который уже оплачен. И мы очень многому научились через это. We took him to the title company, to the courthouse. И мы пошли как бы к нотариусу. And signed the house over to him. И переписали дом на него. And said, "I just want to bless you." Я сказал, я хочу тебя просто благословить. The end result of that has been I have grown. И в результате этого я вырос. My wife has grown духовно. Моя жена выросла духовно. And guess what? We are totally restored in our relationship with that man. С тем человеком мы восстановили полностью отношения. Это тот, который вот хотел взять церковь. And there's been total restoration. Это было полное восстановление. He still has the house. И у него все еще этот дом. And we're paying for another one. Мы теперь выплачиваем другой уже дом. Paying every month, you know, to buy the house. Yeah. But let me tell you something. This right here, what does it say? И что же здесь сказано? It says, knowing that you were called to this, do what? Bless people, that you may inherit a blessing. Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Now the reason I'm telling you this is because God sent His only begotten Son. Причина, по которой я вам об этом говорю, в том, что Бог послал своего единственного Сына. To bless us. Чтобы благословить нас. God gives to bless us. Бог дает, чтобы благословлять нас. Blessing is going to come from our mouth. И благословение исходит из наших. Or it's going to come by what we do. Из наших уст только, или через то, что мы делаем. You've got to get it in your heart. Но вы должны иметь это в сердце. That
God is good and he blesses us. Бог добр и он благословляет нас. But he usually blesses us through somebody else. Но обычно он благословляет нас через кого-то. You say, yes, God, go ahead and bless me. И вы можете сказать: да, Боже, давай, благослови меня. Saying, you take what you've got and bless somebody else. Не так хочется взять что-то и благословить кого-то другого. And you can't believe the blessing that my wife and I have received from that. Вы себе не представляете, какое благословение мы получили с того дня с женой. Can you say this with me? God is good. Давайте скажем вместе: Бог добр. And his mercy endures forever. И милость его вовеки. He is a blessing God. Он благословляющий Бог. Now turn with me, or think about this with me, in your Bibles to Genesis, and let's look back at the beginning of some of these blessings. Если можете, откройте Бытие. You remember in Genesis chapter 49, and we're not turning there. В 49 главе, но не ее сейчас мы будем открывать. How Jacob blessed his 12 sons. Помните, как Яков благословил своих 12 детей? Besides that, he blessed Joseph's two sons. И кроме того, он благословил еще двух сыновей Иосифа. Because that was God's imparting to the children of Israel a very crucial thing. Потому что это то, что Бог вкладывал в сыновей Израиля. Because he wanted us to learn the way of blessing. Потому что он хотел, чтобы мы научились пути благословения. So he blessed all 12 children. И он благословил всех 12 детей. You know, whenever he got Joseph, brought Joseph up to pray for his children. И когда Иосиф пришел к нему, чтобы тот помолился за его двух детей, сыновей. Joseph had a child named Manasseh. У него был сын Манасия. And a son named Ephraim. И Ефрем. And so Manasseh was the oldest. И Манасия был старший. So you remember, he said, "Bring them here. I want to bless them." И помните, он сказал: приведи их сюда, я хочу их благословить. That's God's nature. И это природа Божья. To bless. Благословлять. So he put them down in front of Jacob. И Иосиф привел сыновей к Якову. And he put Manasseh here. Поставил Манасию Ephraim here. Справа, а Ефрема Because слева. Manasseh was the firstborn, потому что Манасия был первенцем. And he was supposed to get the firstborn blessing. И он должен был получить благословение первого. And Ephraim was the second born. И Ефрем был второй сын. So he normally this is what Jacob would do. И обычно вот так вот Иаков должен был их благословлять. Like вот так. But what did he do? Но что он сделал? He crossed his hands. Он скрестил руки, поменял. And Joseph saw it. И Иосиф видел это. And he lifts up his father's hand and says, "No, no, 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 no." И он взял руки отца и говорит: нет. This hand of power, this hand of blessing. Вот эта рука силы и благословения, пусть она будет на первенце. And in so many words, Jacob said, "I know what I am doing." Но Яков сказал: я знаю, что я делаю. Leave me alone. Оставь меня в покое. And he prayed the firstborn blessing on Ephraim. И он молился благословением первородного на Ефрема. And he prophesied, he spoke the blessing over them. И он пророчествовал и благословлял его как первенца. But it was also imparted by his hands. И это как бы выражали то, как он выражало то, как он держал руки. And then he prophesied over the other 12. И потом он пророчествовал о других 12. But what happened was those prophecies came to pass. И что мы видим, что эти пророчества исполнились. How did they come to pass? Как они исполнились? Through relationships with other people. Через отношения с другими людьми. That's the way things happen. Вот так вот происходят вещи. But God determines it. Но Бог это определяет. He said, "You're going to be blessed." Он говорит: ты будешь благословен. You will be blessed. Ты будешь благословен. Because that's God. Потому что это Бог. God is good. Бог добр. And his mercy endures forever. И милость его вовеки. So there's another thing that happened. Еще вот что произошло. And this was between Jacob and Esau. В отношениях между Иаковом и Исаом. What happened? Что произошло? You remember Jacob stole the birthright from Esau. Помните, как Иаков как бы он забрал благословение у Исава? And then just a little later Jacob is, I mean, yeah, Jacob, no,
just a minute. Isaac is about to die. He's older and get his eyes are blinded. И уже наступило время, когда пришло должен был Исаак уже умереть, он уже плохо видел. So he says to his son Esau, who is a hunter. И он сказал своему сыну Исаву, который был охотник. He was a man of the field. Он был человек полей. He said, "Go out and get me some venison and make me some stew that I might eat before I die." И он сказал, что пойди и принеси мне и приготовь мне пищу, чтобы я смог ее съесть перед тем, как умру. But Rebecca heard that. Но Ревекка слышала это. And she, when Esau leaves, she says to Jacob, "Come here." И когда Исав ушел, она сказала Якову, иди сюда. I'm going to cook some good stew. Я приготовлю хорошую похлебку. And we're going to put Esau's clothes on you. И мы тебя оденем в одежду Исава. And Esau is real hairy. И он имел много волос, but Исав. You're smooth skin. А у тебя гладкая кожа. So we're going to put some sheep skin on you. Поэтому ты оденешь шкуру овечью. And going to make you smell like the field. И ты будешь пахнуть полем. And then you're going to go in and serve him the food. Потом придешь, принесешь пищу Исааку. And so Isaac said, "Are you Esau?" И Исаак спросил, ты Исав? And he said, "Yes, I'm Esau." И он сказал, да, я Исав. He said, "Your voice doesn't sound like Esau. It sounds like Jacob." Но он сказал, твой голос, он больше похож на Якова, чем на Исава. No, I'm Esau. He said, "Come closer." Нет, я Исав. И он сказал, подойди ближе. Oh, yeah, okay. You smell like Esau. Он понюхал и сказал, да, все нормально, пахнешь ты точно как Исав. He lays hands on him. И он положил на него руки. And imparts to him a blessing. И передал ему благословение. By speaking the blessing. Он произнес это благословение. Speaking something of the future. Он говорил о вещах, которые произойдут в будущем. It hasn't happened to him yet. Это еще не произошло в тот момент. Но должно было произойти. Вот так выглядит пророчество. Можно возлагать руки и пророчествовать. Может, это еще не произошло. Но Слово Божье исполнится. Может, год пройдет. Может, 5 лет пройдет, 10 лет. Обо мне пророчествовали в 1981 году. Что я буду пастырем над пастырями. I told my wife afterward, that's a crazy word. И я жене сказал, это какое-то бредовое слово. I've never been out of the country. Я даже из страны не выезжал. There are no pastors who want to hear from me. Никакой пастырь ничего от меня не хотел слышать. But that's what the word of the Lord said. Но так говорило Божье слово. I said, okay, if it's what it said, then God will have to do it. Хорошо, если так Бог говорит, значит, would you believe that так будет. Вы в это верите? И меньше чем через 20 лет это начало происходить. И не я послужил причиной, что это происходило. Jacob got up and walked away. Яков встал и ушел. And here comes in the hunter, Esau. И вот приходит охотник Исав. Mixes it all up and serves it to his dad, and he said, "Сварил еды и приносит отцу." You're Esau? He said, "Yeah." И он говорит, ты Исав? Он говорит, да. Oh, I've already given your blessing to your brother. Но я уже дал твое благословение твоему брату. He says, "Oh no." Он говорит, нет. You can't do that. Как ты мог? Father, don't you have a blessing for me? Папа, у тебя что, нет благословения для меня? He said, "I don't have the same blessing for you." Но он сказал, у меня такого же благословения для тебя нет. No matter what happened, it's still true. Неважно, что произошло, это правда. Now then, Jacob is over you, Esau. Теперь Иаков над тобой, Исав. I can't help it. Я больше ничего не могу поделать. Я возложил руки на него. И я говорил в его жизнь. And there was an impartation. И я вложил в его жизнь. And therefore the blessing was released into Jacob's life. И таким образом это благословение было высвобождено в жизнь Иакова. Their fathers were talking about. These are fathers we're talking about. Jacob, Isaac, Abraham. Об отцах, о которых говорится в Писании, Аврааме, Ицхаке, Иакове. And they're releasing blessings on people. И речь идет о благословении, которое высвобождается. How does that happen? Как это происходит? By faith. По вере. Look back within the scriptures.
to 1 Timothy. 1 Тимофея. Are y'all listening? Вы слышите, да? This is New Testament. This is the New Covenant. Это Новый Завет. In chapter 2. Вторая глава, 1 Тимофея. Verse 18. 18 стих. Sorry. Yeah, 18, read 18 and 19. 1 Timothy. 1 Timothy. 1 глава, 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Первая глава, да? Yeah, 1 Timothy. Yeah. 1 Timothy 1. Yeah. Yes. 1 Timothy 1, 1 Тимофея 1:18. Yeah. And he says here that the words that was our prophecies that was previously spoken over you. И тут сказано, сообразно с бывшими о тебе пророчествами. He said, take that word. Он говорит, возьми это слово. Do warfare with that word. И воинствуй согласно ему. Believe it was from God. И верь, что это от Бога. Don't give up. Не сдавайся. But stand on that word. Но стой на этом слове. I had a word for this brother here. У меня слово для этого брата. The one I love so much. Я его очень люблю. Had a word for him. It's going to happen. У меня есть слово для него, и оно It's произойдет. Going to come to pass. Оно произойдет, оно воплотится. Those weren't just words. Это не просто слова. There was an impartation from God to you. Это было то, что вложено в твою жизнь через меня. И это сбудется. It just will. That's what the word of God says. Так говорит Божье Слово. So do a warfare with that, my Поэтому воинствуй согласно этому слову. Стой на нем, держись его. And watch it happen. И увидишь, как оно произойдет. Амен. You know, I prophesied, this was really crazy. This was about 5 years ago. И 5 лет назад это было действительно нереальное пророчество. I prophesied over a man that he was, next year at this time, you're going to be a millionaire. И я ему пророчил, говорю, в следующем году ты станешь миллионером. I just heard it. Я просто это услышал. He came to me afterwards and he said, I don't even have a job. И он подошел ко мне и говорит, слушай, у меня даже работы нет. How can I be a millionaire? How can I be a millionaire? Как я могу быть миллионером? I don't know. Я говорю, не знаю. I just heard that. Я просто услышал. And it's going to happen. I just believe it. И я верю просто, что это произойдет. Guess what? И угадайте, что произошло. Спустя год. He called me on the phone. Он позвонил мне. And he said, "You can't believe what's happened." И он говорит, ты себе поверить не можешь, что произошло. I got a job, a good job, right after you said that. У меня отличная работа, как раз как ты сказал. I began to invest my money in some things. Я начал вкладывать деньги в определенные вещи. Just this last week, I am now a millionaire. И вот за прошлую неделю я стал миллионером. Less than a year. Меньше, чем через thinking, за год. What? I don't know how this happens. Я не знаю, как это происходит. Do you know how it happens? Вы знаете, как это происходит? The New Testament church is built on the foundation of apostles and prophets. И новозаветная церковь, она построена на основании пророков и апостолов. That's what it says in Ephesians chapter 2. Вот так говорится в Ефесянах 2 главе. Yeshua is the chief cornerstone. И Иешуа, он краеугольный камень. But the foundation of the apostles and prophets is the foundation of the fathers prophesying. Но основание, которое стоит на пророках и апостолах, это то, что является благословением отцов. And it's going to be a blessing. И это будет благословением. Some people say, I don't know if I want to be prophesied over or not. They may expose something wrong in my life. И некоторые люди говорят, ну не знаю, хочу ли я услышать какое-то пророчество, может что-то неправильно мне скажут. That's not the purpose of prophecy. Не это цель пророчества. Цель пророчества — дать тебе надежду и ободрить. So, look with me at another place. Еще одно место откроем. We're still in 1 Timothy, look chapter 4. 1 Тимофея, 4 глава. Verse 14. 14 стих. Chapter 4, verse 14. This is Paul speaking to Timothy. Павел говорит Тимофею. Go ahead and read that. Не ради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Uh-huh. Через возложение рук и пророчество. That's exactly what Jacob did. Вот что делал Иаков. It's exactly what Isaac did. То же самое делал Исаак. See, this is a thing that's been committed to the people of God all through the centuries. Это то, что было доверено людям через поколения. I call it the blessing of the fathers. Я называю это благословением отцов. Now, sometimes when we say that, that doesn't
И иногда, когда мы говорим об этом, не всегда у нас позитивный образ. Потому что у нас может быть плохой опыт с нашими родителями, с нашими отцами. Не во всех отношениях, но в некоторых моментах бывает. И такие люди могут сказать благословение отцов. Как оно происходит? Через возложение рук отцов с пророчеством. И не обязательно, что вы должны что-то чувствовать при этом. Когда Исаак молился за Якова, Scripture does not say Jacob jumped up off of his knees and went, "Hallelujah!" И Писание не говорит, что Яков подпрыгнул и сразу начал орать «Аллилуйя!» I believe that. I believe it's possible. Это возможно. Я верю, что это возможно. Я не против, когда люди так делают. Я люблю это. Когда они реагируют на слово, я не критикую это. I'm just saying that when Isaac laid his hands on Jacob. He didn't do that. Но я просто говорю, что когда Исаак возложил руки на Якова, он так не делал. Во всяком случае, Писание так не говорит. And it didn't say that Timothy did that when hands were laid on him. И Писание не говорит также, что Тимофей обязательно скакал, когда на него возложили руки. But they knew something happened. Но они знали, что что-то должно произойти. Что что-то произошло. Это было вложение Духа Святого. And one last passage. И еще один отрывок. Is in 2 Timothy, I believe. 2 Тимофея 1:6. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. When I spoke to that man in the back in the blue pullover. Когда я говорил вот этому молодому человеку, который в полосатом свитере. I don't know if he has an education. Я даже не знаю, есть ли у него образование. Maybe he never went to school. Может, он даже в школу не Maybe ходил. He doesn't even know how to write. Может, он не знает, как писать даже. Because I don't know him. Я не знаю, потому что я его не знаю. But when I spoke teaching over him. Но когда я говорил о том, что он будет учить, я знаю в моем сердце, что это произойдет. Не знаю как, не знаю где, больше ничего не знаю об этом. Только знаю, что есть дар учителя. Ты веришь в это? Веришь, правда? Хотел ли ты когда-то учить? Yeah, see there? He's wanted even him. He wanted to teach. Даже он хотел учить. Okay. So just hang on to it. Do warfare with. Держись этого и воюй с этим. So what I want to do right now. Что я хочу сейчас сделать? Is that I would like to lay hands on 3 or 4 of the men here as representatives of fathers. Я хочу возложить здесь на 3-4 мужчин, которые есть отцами. Женщины, за вас уже вчера молились много. We prayed over dozens of women. It was good. It was great. You say, hallelujah. Это было классно. Yeah, it was great. Это было Can прекрасно. Can women say hallelujah? Можете женщины сказать аллилуйя? Hallelujah. For some reason, God has chosen to mirror his image through man. Но по каким-то причинам Бог избрал мужчину, чтобы он отображал его. Not only through a man, but we see it all through the. Не только через мужчины, но мы видим это в Танахе. All the prophecies and в пророчествах, New Testament. В Новом Завете. And there is a blessing, a father's blessing. И есть благословение отцов или отца. That comes through the laying on of hands of the fathers. Которое мы получаем через возложение рук отцов. И сегодня, например, какие проблемы есть в Америке? Мысль о том, чтобы убрать влияние или как бы власть забрать у отцов семей. Right now, очень много больше людей, которые живут гражданским браком или которые не женаты, and чем те, которые женаты. They're trying to figure out how to implant women with babies, with embryos.
И все больше ищут возможности, чтобы искусственно оплодотворять женщин. And there won't even be a father. То есть это уже семя, которое берется, это человек, он же не является отцом фактически. Потому что дьявол знает. The devil knows. That if you take the father out of society, потому что дьявол знает, что если убрать отца из общества, society will crumble. Общество это развалится. We gotta have the fathers. Нам нужны отцы. And we have fathers in the church. У нас есть отцы в церкви. And I want to pray over these fathers. И я хочу помолиться за этих отцов. And then I'm gonna ask you to come up and let the fathers lay hands on you. И потом я попрошу, чтобы вы вышли, чтобы отцы возложили руки на вас. And fathers, you don't have to prophesy. И отцы, вы не должны, не обязаны пророчествовать. It doesn't have to be a long prophecy. Или это не должно должно быть длинным пророчеством. Пусть это будет просто слово, если у вас есть. Возложите руки и просто скажите слово. Потому что церковь, это что-то в ней происходит, когда отцы, они стоят в своем служении. Когда они пророчествуют и возлагают руки. All right.